Новгородский князь Владимир Святославич после убийства брата Ярополка в 978 году взял себе в наложницы его беременную вдову Гречанку. В 979 году она родила сына Святополка, которого усыновил теперь уже великий киевский князь Владимир. Он воспитывал Святополка наравне с другими своими 11 сыновьями и дал ему удел в Турове. Летописцы называют Святополка сыном двух отцов. В 1013 году, после заключения князем Владимиром мирного договора с Польшей, Святополк женился на дочери польского князя Болеслава I Храброго. Есть версия, что для этого союза был выбран Святополк, потому что туровские земли граничили с Польшей. Подстрекаемый женой и ее духовником, епископом Рейнберном, Святополк стал готовить восстание против своего отца, киевского князя Владимира, с целью захватить власть. Свою поддержку оказывал и польский князь Болеслав. Но заговор был раскрыт, и князь Святополк Владимирович вместе с женой и епископом были отправлены в заточение.